гвардии рядовой Александр Матросов. Герой Советского Союза Матросов пал смертью храбрых в бою за свободу и независимость нашей Родины. В гвардейском полку, где служил он когда-то, в солдатском строю вспоминают о нем. Подвиг и слава, бессмертие солдата, так будем о нем говорить о живом. Дождем бесконечным шумит непогода, весь город далекий промок и продрог. Осенние дни 41-го года, тревожные вести с военных дорог. Тетя Паша, водка у тебя есть? Нет. А молока не найдется? То водка, то молоко. Что ты, Матросов? Да нет, не в этом дело. Да она ж промокла у тебя насквозь. Дай-ка сюда. Поэтому ж я и водки прошу. Думал, может, и растереть ее. Погоди. Яна, Саша, откуда? Мы ее с ребятами на вокзале нашли, когда эшелон разгружали. Отца и мать у нее по дороге убила. Плакала она, тетя Паша. Ох, как плакала. Бедная ты моя дочь. Да, я сначала Лидочку в город отнес. Ее Лидой зовут. Лидочка? Там в комиссии их распределяли. Кого в детдом, кого в семье разбирали. А ее хотела одна женщина к себе забрать. Значит, пошлая женщина пожалела сиротку. А Лидочка как заплачет. Поверишь, тетя Паша, обняла меня за шею. Не пускает, плачет и никуда не хочет идти. Жалко мне ее стало, сказать не могу. Ты же знаешь, тетя Паша, я тоже так. Никого у меня нет. Ну и взял я Лидочку с собой. Если можно, пусть она пока у тебя поживет. А там видно будет. А за остальное не беспокойся. Зарабатываю я не хуже других, сама знаюсь. Слесарь 6-го разряда. Прокормимся, а, тетя Паша? Ишь ты, кормилец какой. Слесарь без года неделя. Ты смотри, кого тебе Николай Гаврилович не прописал по 6-му разряду. Ну да. Сейчас ты какой. Эх ты, забыл совсем. Ну ты как, тетя Паша? Иди. Мы искупаемся, и молоко, наверное, найдется. Иди скорей. Побежал. Ну, спи, Лидка. В течение дня на ряде участков немецко-фашистские войска предприняли многократные попытки вклиниться в глубину нашей обороны, не считаясь с потерями. Многое прощалось. И баловство, и драка, и всякий раз. А теперь баста. Теперь у вас другая школа. Война, огромная школа. Николай Гаврилович, можно было не послушаться. Прощал, добрый старик. А на войне командира ослушаться. Это измена. Воевать надо научиться. Я знаю, Саша думает, что война это просто ура, вперед, недра. Война это работа. Расчет, наука. Ты присмотри, Костя, за ним, как старший. Хорошо, Николай Гаврилович. Присмотрю. Ладно, без няньки обойдемся. Ну вот, и весь Матросов на лицо.
Саша! Че? Ведь Паша тут, с Лидой пришла. Где? А вон там, видишь? Опоздаешь. Видишь, по дороге уснула. Хорошо, что уснула. Чего тут хорошего? Она знаешь, как плакать будешь, что с тобой не попрощалась. Разбудить надо. Не надо будить. Она вокзалов боится. Как услышит гудок, так про все сразу вспоминает. Трясется даже. Тетя Маша, береги ты ее. Как сестра она мне. И у нее, и у меня родителей нет. Береги. Не беспокойся. Мы ее успокоим. Лучше всего голову оторву. Саша! Я Николай Гаврилович. Береги себя, Саша. Возвращайся с победой. Я на этом вокзале встречать буду. Волнуется
Мчится вдоль насыпи тень паровоза, стынет в военной тревоге земля. Нас провожают родные березы и необъятные наши поля. Мы сыновья золотого простора, нам отдавать свое счастье нельзя. В поздней красе голубые озера смотрят во след нам, как будто глаза. Наши рассветы и наши закаты, все здесь любимо в советском краю. Друг и товарищ, теперь мы солдаты, в бой мы пойдем за отчизну свою. А теперь, товарищ Чумаков, расскажите вашу биографию. Не знаю. А вы прямо где родились, кто родители, всю жизнь? У меня жизнь, товарищ капитан, из разных кусков сшита. Сам-то я, конечно, крестьянин, но ведь и рабочим был. Ну и солдатам, ясное дело, пришлось. Вот тут и разберись. А вы постарайтесь, товарищ Чумаков, по порядку. По порядку. Ну ладно, коли так можно, по порядку. Покойный отец мой, Иван Чёдорович, всю свою жизнь до самой смерти потрачил на кулака Желудева. Первый богач на деревне был. Громче. Че? Громче говорю. А? Ну, а хозяйство наше известно какое. На шестеро душ узкой плетень да широкой тень. Вот. Я перед тем, как в партию вступать, всю ночь думал. Крепко думал. И решил, что я, можно сказать, для партии самый подходящий человек. Вот так. Гришневая, кажется, сама себя хвалит, а? А я не хвалюсь. Вот сам рассуди. Старшой брат мой в 18-м году письмо прислал. Ленин, говорит, землю крестьянам отдал, а беляки обратно хотят взять. Под Царицыным тогда наша доля решалась. И тогда подался я за братом в Царицыно, а ты говори. А в 21-м отвоевался, домой пришел с фронта. Женился? Женился, известное дело, женился. Но тут самый раз пятилетка вышла. Заводы стали строить. Ну, я, конечно, куда? В Царицыно. Тракторный строить. Построил. И решил навсегда рабочим остаться. А вышло, опять в деревню вернулся. Колхозы начались. Ну, думаю, Чумаков, теперь твое время пришло. Колхозник? Председатель колхоза. А ты, браток, соломкой прикройся, не так страшно будет. Собрание продолжается. Вопросы есть? На каком фронте вы получили медаль за отвагу? Финскую войну, товарищ капитан. А про детей? Че ж ты про детей молчишь? Че про детей? Ну, младший у меня студент, селекционером обещает стать, а старшой на Южном фронте лейтенантом воюет. Да, дочка еще есть. Ну, та в школе учится. Ну, то что ж. Вопросы еще есть? Отводы есть? Ну, какие же могут быть отводы? Да, все ясно. Голосуют члены партии. Прошу приготовить партийные билеты. Кто за то, чтобы принять в ряды коммунистической партии большевиков Чумакова Ивана Ивановича, прошу поднять партийные билеты. Кто против? Кто воздержался? Принят единогласно. Ну? Поздравляю, товарищ Чумаков. Вот это жизнь.
Кто его знает? Где это мы, а? Непонятно. Вот видите, девушка, я говорила. А молодец. Что? Ничего, сибиряки хорошие солдаты. Закаленные охотники. Ну, в другом месте тоже найдутся закаленные. А, Кость? Найду. А вы-то кто есть? Мы? Комсомольский батальон. Ну да. Да. Слышь, Кость, тоже комсомольский. А вы? Мы тоже. Только не мобилизованные, а сами пошли. А мы тоже добровольцы. А вы студенты? Зачем студент? Нет, мы из ремесленного. Слесаря. У нас тоже слесаря. А у нас тоже заводские ребята есть. В общем, одно слово, комсомол. Да, сэр? Да. Ну, знакомиться будем. Давайте. Как вас зовут? Тревога. Нет, я из Уфы. Будет жить. Где я... В медсанбате. Где я вас видел? А помните комсомольский батальон? А потом тревога, помните? Отправка на фронт. Фронт? Как на фронт? На фронте все очень хорошо, а вам двигаться нельзя. А, вспомнил вас. Мы не успели... Да, не успели познакомиться. Лежите смирно. Замкова, на рассвете эвакуация раненых. Приготовьтесь. Есть. Селиванов, разбуди меня минут через 10. Есть. Как ее зовут? Кого? А, не ты первый, браток, спрашиваешь. А зовут ее все Машенька. Маша. Маша. Зачем меня в тыл отправляет, Маша? Зачем? Я не хочу. Вас лечить надо, Саша. Вам покой необходим. Вам жить надо, матрос. Я здесь скорее поправлюсь. Скорее. Обещаю, через 2 недели я уже в строй пойду. Ну, какой вы, Саша. Глупый, да? Нетерпеливый. Поймите, вы серьезно ранены, а здесь... Слышите? Ну вот. Не хочется мне уезжать. Я сегодня всю ночь не спал. Только закрою глаза, ясно вижу нашу последнюю атаку, как мы все бросились вперед с криком «Ура!». И вдруг меня что-то толкнуло в грудь, и все небо закачалось в разные стороны.
я начал падать. И долго-долго падал. Я увидел всю свою жизнь. Детство? Нет, Машенька. Я увидел то, что еще не успел прожить. Все-все. Как я закончил институт. Как стал инженером. Какой-то большой-большой завод. А потом, как в тумане, появилась девушка и спросила у меня. Сибиряк? А вы ответили. Нет, я из Уфы. А. Станкова, этого во второй эшелон. Товарищ капитан. Я? Не надо меня. Я тут поправлюсь, а товарищ капитан? Да-да, там поправитесь. А ну пошли. Да подожди ты. Маша. Что, Матросов? Знаете, Маша, я вас никогда не забуду. Правильно, только пошли, солдат, а то тут всякую память отшибить может. Слышишь? Ладно. Последние вьюги ушуют и воют. По зимним дорогам проходит война. Земля молодая, как раненый воин, бинты снеговые снимает весна. Теплеет, приходит пора наступлений. Почувствовав новую силу свою, вдыхая серебряный воздух весенний, Матросов вернулся в родную семью. Здравствуйте, товарищи. Здравия желаем, товарищ капитан. Здравия желаем. Садитесь. Садитесь. Как, кончили чаевать или только во вкус вошли? Да уже поговорили, товарищ капитан. А, поговорили, хорошо, поговорили. У нас кипяточек с запасом, товарищ капитан, разрешите? Да нет времени, ну ладно, налейте. Поставь для формы, пить некогда. Так, 500 метров ничейной земли. Тут огороды, речка маленькая. Дальше опять пустое место, со всех сторон видно. Вот еще полбеды. А дальше тут у них колючая проволока в три ряда. Круглосуточный патруль, смена через каждый час. Это тоже не страшно. А вот что они из ночи день делают, все поле ракетами освещают, хоть газету читай. Это уже плохо. Да. Это плохо. Штаб вторые сутки ждет языка. Первой разведки заданий выполнить не удалось. Вторая разведка была обнаружена у самой проволоки. К этому надо добавить. В первой разведке погибло 2 человека, во второй 2 товарища тяжело ранены. Вот вы теперь знаете все. В третью разведку следует идти только тому, кто хорошо подумал и добровольно решился на это дело. Подумайте. Только не спешите.
погиб. Один среди поля, один среди ночи, вперед проползли и исчезли друзья. Дорога обратно гораздо короче, быть может, вернуться, вернуться нельзя. Один по преданию в поле не воин, неправда, иначе учил наш народ. И сыном его называться достоин лишь тот, кто без страха стремится вперед. Точно так же, если нам нужно было бы скрыть какое-нибудь передвижение. Или, скажем, накопление войск. Поэтому штаб так и интересуется. Да. Кого же теперь послать? Радуга слушает. Вик! Устал этого капитана! Слушай, я тебе сказал, обращайся к 12-му, Мишон, тут. Придется идти тебе. Знаю. Я уже подобрал людей. Иду. Рощу. Рощу. Связь. Товарищ капитан! Товарищ капитан, разведчики! Ну? Разведчики прошли наблюдательный пункт. Вот. Дядя Ваня, Матросов тоже вернулся. Где вы оставили Матросова? Почему вы все молчите, Скворцов? Маша, Ирин искать его пошел. Вы же знаете, они как братья. До утра еще далеко. Подождем. И тут рядовой Матросов, презирая смерть, вызвал огонь на себя. И тем дал возможность разведке выполнить боевое задание. Подвиг Матросова должен послужить смотри, примером воинской дурости. Вот и знай людей. По виду так себя, на всех похоже. А смотри, на что решился. Герой? Да. Саша. Я. Где же вы были, Саша? Где вы пропадали? Потом, потом, Машенька. Сейчас ничего не могу рассказать. Даже мне? А ребят все живы? Все. Ну, это хорошо. Костя так беспокоился, искать вас ходил. Он вернулся? Благополучно? Да. А где они сейчас? В блиндаже? Нет, в блиндаже никого нет. Да что с вами, Саша? Потом, потом, Машенька. Матросов. Жив. Ты чего молчишь? Обиделся? Обиделся, обиделся. И правильно. Бросили тебя, оставили. А нам что было делать? Приказ. А приказ известное дело исполнять надо. И чай пить иди. Ладно. О, это ты зря.
Зря, сынок. Солдат. Ну ладно, говорю. Опять свое. Да я тебе чего хочу сказать. Выручил ты нас, Саш. Понимаешь, выручил. Ну, пойдем попьем чайку и потолкуем по-семейному. Ну, пошли, пошли. Иди, иди. Чего ты смеешься? Эх, Матросов, Матросов, погляжу я на тебя, совсем ты как мой Павка. Неужто и он в слезы, когда ему туговато приходится? Дядя Ваня. А? Ты же сам все видел и все знаешь. Дядя Ваня все видел и все знает. А ты, брат, пей чай и в тоску не впадай. Тоска, она как болото. Вступишь, затянет и конец. Дядя Ваня, ну я, правда, вначале растерялся. Ну? Ты же сам все видел. Ну? Ну-ну, а меня тут героем считают, что ли? Да ты огонь на себя принял, внимание отвлек, мы и прорвались. И дело сделали. Это видел. А что у тебя за мысль в голове была, я тому не судья. На. Товарищам помог? Помог. Так мы и доложили. Че? Кому доложили? Капитану? Ага, капитану. Так это ж неправда. Правда, Матросов, правда. О, да ты как дитё малое. В разведке сперва всякое теряется. Я тремя войнами учен. Знаю. Ты, Матрос. Здравия желаю, товарищ капитан. Садись. Я постою, товарищ капитан. Садись, садись. А молодцы вы, ребят, честное слово, молодцы. Важную птицу поймали. Обер-лейтенант, эсэсовец. В штабе очень довольны разведкой. Вероятно, к награде представят. Я тут ни при чем. Как это ни при чем? Вот им газеты тебя пишут. Герой? Не так же все было, товарищ капитан. А как же? Дай-ка себе парень. Вон ты какой. Ну, подними голову. Это твоя первая разведка? Первая. Угу. Ночь, тишина кругом, темно. Каждый камень врагом кажется. Я не боялся, товарищ капитан. Нервничал? Вот как бы не проволока, товарищ капитан. Чудак. Перед окопами всегда проволока. Разве ты не знал, что проволока будет? Знал, но как раз ракета. Да, и ракета. И всегда кажется, будто она от тебя одного высветила. Будто ты один. Будто ты голый на земле стоишь. А я вздрогнул. А надо было застыть. Растерялся, товарищ капитан. Рванулся, дернулся. Проволока проклятая. Угу. Колючая, вцепилась. А, я вырваться захотел. И поднял звон. Товарищи выдал. Так они же проскочили, товарищ капитан. А могли не проскочить. Могли? Могли. Так что ж было делать, товарищ капитан? На проволоке-то. Умереть, что ли? А можете умереть. Замереть надо было. Переждать. А вот знаешь, как иногда на охоте бывает? Смотри. Вот идешь на глухаря. Слышишь, поет. А он пить ты перестал. Вот так и стоишь, пока снова. И стоишь сколько надо, если хочешь добычи вернуться. Вот как. А у вас вся разведка была под угрозой, товарищи. Ты товарищи подвел. Да, трус я, трус. Трус? Ты полегче-ка на себя, парень. Эх, Матросов, Матросов ты мой дорогой. Разве трус так поступил, как ты? Трус уполз бы, сбежал. Вот что, Саш. В каждом человеке живет страх смерти. Да-да-да. Только в трусе страх побеждает человека. А настоящий человек побеждает страх. И ты убил в себе страх.
Не уполз, не сдрифил. Да, я подумал, лучше умереть, чем так вот. Зачем же зря умирать? Нет. Не трус ты, Матросов. Солдат ты. Ты как только опомнился, бой дал. Огонь на себя вызвал. Помог разведчикам. Там на проволоке ты ошибку совершил. А тут подвиг. Ну что ж, тут все правильно написано. Подвиг! Я сам эту заметку давал. Угу. А еще больший подвиг, Матросов, ты сейчас совершил. Правду мне сказал. Нелегкую правду. Спасибо. Ничего-ничего. Прощай. Дороги войны. Постой, погляди на отчизну, товарищ. Мы с нею пройти испытания должны. Пылают снопы золотистого хлеба, и сердце твое обжигают огнем. Чернеет от дыма прекрасное небо, стирая черту между ночью и днем. Но мы не дадим окровавленной ночи затмить наш советский, наш солнечный день. Слезами людские наполнены очи, лишь печи стоят на местах деревень. И чувствует воин, как сердце твердеет, и чувствует, как тяжелеет рука, и жгучая ненависть зреет на пыльной дороге полка. Смотри, Кость, Лида! Где? Смотри, похоже? Девочка, как тебя зовут? Че это она? Ружья боится, смотрелся в своем веку. И Галю нашу убили. А за что они детей убивают? За что они детей убивают? Ворота. Ждут нас у выхода. Ничего, сюда шли, не здоровались, и домой можно, не попрощавшись. Правильно Саша предлагает. Пройдем в другом месте. Ползете вправо и как можно дальше. Идите. А ты? Я здесь, в случае чего, задержу их. Пропадешь один? Ну, один все-таки. Не все. А помнишь нашу клятву? Быть всегда вместе. Брось, Сашка, детский разговор. У нас сейчас одна клятва. Присяга. Хорошо. Тогда ты иди, а я останусь. Ладно? Выполняй приказание. Есть.
спрашиваешь, а? Чего спрашивать, когда товарищ в беде? Отдохнем, что ли? Давай. Может, он в себя придет. Здорово оглушили. Шутишь прикладом? Да. Три дня. Знаю, в дом отдыха. А где же остальные товарищи? Уже пошли, товарищ капитан. А мы их по дороге нагоним. Слух идет, матросов, свистать ты, мастер. Соловей-разбойник. Свистишь! Случается, товарищ капитан. А ну, блесни. Очень стесняется он, товарищ капитан. По заказу не может. Нет, он не из таких, не из застенчивых. Я жду. Ну, а как там? Разведки? Говорят, я тоже блистал. Бывало, как дам. Голуби в обморок падали. Голубей держали, товарищ капитан, а? И держал, и гонял. И свистел я матросов похлеще, чем ты. Ты что ж думаешь? Война — это цирк? Игрушки? Концерты задаешь, врываешься к врагу, блиндаж и свистишь, как в голубятни. Озоруешь. Почему свистел во время операции? Разрешить доложить, товарищ капитан? Ну? Я, товарищ капитан, как вы учили. То есть как? Чему я тебя учил? Поохотничать, товарищ капитан. Чего? Ведь на охоте тоже всяко бывает. Птицу иногда надо выпугнуть. Ну, на крыло поднять. А чтобы на лету бить? В лед. Вот и я тоже. В блиндаж скачу. Свистнул, ошарашил, так, чтобы никто не затаился. И даю сходы из автомата. В лед, так сказать. Ишь, куда свел. Ага. Нет, ты погоди. Ну-ка, садись. Ну-ну. А когда надо, товарищ капитан, я и тихо могу. Без свиста, без шороха. По обстановке, как душа подскажет. Душа. Угу. Это, брат матросов, иначе называется. Вдохновение. А без него ни боя, ни труда. И не песни. Ну что ж, свисти. Свисти, не озоруй. То голову просвистишь. Никак нет, товарищ капитан. Дороги нам, ребята. Вот что. Очень дороги. Ну а теперь гуляй. Есть, товарищ капитан. Очень скучаю по тебе. Иду, иду. Целую. Целую, иду. Иду, иду. Куда это вы? Кто это тут? Это я. А кто это я? Это я стучал. Раненый? Куда вы ранены? Не я ранен. Друг у меня ранен. А где он у вас? Он не у меня, он у вас. Ирин по фамилии, сержант. Есть такой, есть. Что ж с ним случилось? Вот я пришел узнать, что с ним. Повидаться хочу. Позвольте, как-то я не понимаю. Как это повидаться? Я не понимаю вас. Ну, повидаться. Сейчас? А, сейчас. Сейчас ночь. Ну, да. 4 часа. Ну и что же, можно повидаться? Даже странно, знаете, повидаться. Почему? Ночью люди спят или ходят в разведку. Ночью в гости к больным не ходят. Это хулиганство, молодой человек. Вы свободны. Почему же хулиганство? Чаю, целую, иду.
почему иду? Товарищ доктор. Вы здесь. Нехорошо это. Да нам ночь не в ночь, мы люди привыкшие. Ну, в общем, я не знаю, к чему вы привыкли, но у нас положено вторник и четверг от 3 до 6. По-моему, достаточно. Я понимаю, товарищ доктор, но я же воюю. Я воюю, голубчик мой. Твоя жизнь. Товарищ доктор, ну вы же поймите, я 20 километров шел, чтобы повидать Костю. Пешком. Друзья мы с детства. Мы еще в Уфе, в ремесленном, душа в душу. Ай-яй-яй. Какое безобразие. В такой дождь. По ночам бегать в гости. Да еще к больному. Вы же насквозь промокли. Посмотрите на себя. Вас хоть выкручивай. Вот получите пневмонию. Тогда что? Чего? Пневмония – это воспаление легких, молодой человек. Вы ему друг? Друг. Честное слово, друг. Тем более нельзя. Почему? Потому что он спит. А сон для него – лекарство. Тогда вот что, товарищ капитан. Будем говорить серьезно. Пожалуйста. Я по заданию от комбата. Понятно? Понятно. У нас военное дело, клину, есть. Ах, дело? Так точно. Ну, тогда не только нельзя, тогда воспрещается. Поворачивайтесь кругом, молодой человек, и идите отсюда. Да нет же, доктор, это я загнул. Кого загнули? Соврал. Я вижу, что вы соврали. А зачем вы соврали? Уж очень хочется друга повидать. Скучаю я. А будить я его не буду. Я только два слова скажу. Здравствуй, Костя. Теряйте время. Ну, хорошо, я не буду говорить. Я только посмотрю и все. Ну, честное слово, ну, поверьте солдату. Что же вы 20 километров бежали, чтобы только посмотреть на него? Да, 20. Возмутительно. Да я бы еще 20 пробежал, лишь бы только посмотреть на него. То есть это замечательно, но я не пущу вас к нему. Нельзя, не могу, голубчик. Садитесь. Снимите сапоги, разотрите ноги хорошенечко. Слышите? Да ну, не в этом дело. Нет, именно в этом. Посмотрите. Возьмите там под кроватью мои туфли. Не маленькие? Нет, спасибо. Даже большие. Ну, почему большие? Самый нормальный, 42-й номер. Где она, сколько пути? А сколько, дядя Вань? Сказано было, не доходя деревню Чернуха. Да? Это как понимать, не доходя? А как понимать, чтобы в деревню не заходить, если в плен не хочешь? А очень далеко еще нам, а? Если по карте мерить, одна спичка длины, а солдатским шагом целых 12 километров топать. Нажать надо, ребята, а то заночуем в дороге. А за своей ротой угнаться не можем. Здорово, Настя, овчи рванули вперед, а? А что с овощами? Да нет, солить не собираемся. Отдохнули? Славно! Что-что? Огурцы доставили. К обеду не опоздаем. Есть, есть. Отдохнули, значит? Так точно, товарищ капитан. Хорошо. Да? Слышь ты, которые там час на твоих? 10-16. Да нет, точно. Что это говорит? Вася. Какой Вася? Ну, Вася из хозроты. Так вот что, Вася из хозроты. В следующий раз, когда пожелаешь узнать время, звони прям командующему фронта. Жильем устроились?
Решили не спешить, товарищ капитан. А почему? Может, на новом месте придется новоселье исправлять. Товарищ капитан, разрешите вопросик? Пожалуйста. Похоже, большое наступление скоро. Не знаю, не знаю. Да что вы, товарищ капитан, сколько мы техники по дороге видели, а в лесу все сплошь забито танками, пушками и катюшами. Смотри, что делается, я ничего не знаю. Ага. Может, ты слышал, Василий Андреевич? Впервые слышу. Впервые слышу. А вы, Чумаков? Я? Я ничего такого не видел, товарищ капитан. Вот может, матроса узнает, пусть скажет. А я что могу сказать, раз я ничего не видел? У меня очень острый глаз. Ну. Охотничий, да? Ну. Ничего не видел. Слушай, а ты не выпил по дороге, а? Может, сейчас дуру показалось? Ты что, вы с ума сошли, что ли? Петров. Виноват, товарищ капитан. Да это я сам собственными глазами все это видел. Что вы видели, товарищ Петров? Ничего не видел, товарищ капитан. Ничего не видели, значит, не о чем и говорить. Ну, а теперь к делу. Пока болен сержант Ильин, временно командиром отделения назначаю вас, матросов. Есть, товарищ капитан. Вы задержитесь, остальные свободны. Есть. Товарищ капитан, разрешите обратиться? Ну? Невязочка получилась? Получилось, идите, невязочка. Есть. Так вот что, матросов, садитесь. Здесь на рассвете будут работать наши саперы. Задача такая. Дать возможность разминировать подступы к рубежам. Есть, товарищ капитан. Вот. Вот смотрите и запоминайте огневые точки противника. Вот. Вот. Забывчивостью не страдаешь? Да вроде нет, товарищ капитан. Вроде. Все школьные задачи до сих пор наизусть помню. Помнишь? А вот проверим. М? Так. Чему равен куб суммы? Куб суммы. Куб суммы. Куб суммы. Да. Равен кубу первого числа плюс утроенное произведение квадрата первого на второе плюс. Помнишь, помнишь. Помнит? А? Где учился? В уфимском ремесленном. Точно, товарищ капитан. Ну тогда запоминай. Запоминай. Все, товарищ капитан, запомнил. Теперь запомните еще одно. На этот раз не ищите стычки с противником. Если будут постреливать, постарайтесь не отвечать. Пусть они эту ночь спят совершенно спокойно, без всякой тревоги. А главное, спокойствие и выдержка. Понято, товарищ капитан. Разрешите идти? Идите. Матросов! А говорить понято. Виноват, товарищ капитан. Идите. Так я ему сейчас и поверил. Летит, наверное, как пуля. Первый раз командиром. Представляешь, что у меня сейчас в душе это делает? А сегодня будет наступление большое. Очень хорошо, что мы сами первые. Сзади есть, а впереди нет. Очень хорошо. А че ж тут хорошее? А? Мы первые, нас первых. Очень мне еще приятно, что позади знают, что впереди находимся мы. Ты, он и я. Абдурахманов Адил. Ну да, тебе только дай волю. Ты по всему фронту расписался, Абдурахманов Адил. Не, я меньше хочу. Я хочу, чтобы нас знали как панфиловцев. Дядя Ваня. Ну? Нет, ты слыхал? Панфиловцем хочет стать. Да у них Москва была за плечами. А у нас что? Чистое поле. А впереди никому неизвестная деревня Чернушка. А тебе что, известность нужна? А? А, пожалуйста. Назовем от Чернушки Москва вторая и будем драться как за Москву. Саша, я правильно говорю? М? Правильно. Для нас сегодня каждая деревня столица. Чумаков, Саш, что это? Чего-чего, саперы? Обыкновенное дело. Все понятно. Че тебе понятно? Че? Да, как говорится, тишина.
А в ей гроза. Дядя Валя. А? Представляешь, от нас начнется полная победа. Опоздал. Чего опоздал? Победа уже началась под Москвой и на Волге. Вот характер, а? Отставить! Не стрелять! Своих перебьем. Как низко стели, да? Ему слева сподручно. Пристрелялся. Слева? Ага. Постой, Чумаков. Слева на этом участке дзота не должно быть. Чего не должно быть? Откуда бьют, а? Значит, новая огневая точка. Ага. Надо уточнить. Я пойду. А? Хорошо, вперед. Есть. Мечтает человек в газету попасть. И не стыдно тебе? Это ты так о товарище говоришь? Ага. Окончится бой и напишут три строчки. В энском направлении энская часть вела энский бой. А ты вообще ничего не напишешь. Петров. Я сам знаю, что Петров не вчера родился. Отправляйтесь в тыл. Доложите капитану, что прогнал вас командир отделения. Так и доложите. Дядя Валя. Да за что? Портишь людям настроение перед боем. Вот за что. Скворцов. Так я же пошутил. И медведь шутил, когда человека убил. Больше не повторится, товарищ командир. Выполняйте приказание. Есть. Эх, Абдурахман! Вот! Молодец, а сейчас вторую бросит. Вот черт, шуму наделает. Ромашка! Я Ромашка! Я Ромашка! Ромашка, слушай! Докладывайте обстановку. Есть докладывать. Между пунктами Г и Д. Какими? Между пунктами Г и Д появилась новая огневая точка. Так. Подозреваем дзот. Что намерены предпринять? Послал разведать. Правильно, Ромашка. Грозу. Есть. Результаты разведки немедленно доложите мне. Гроза, гроза, гроза? Гроза, я 14-й. Между пунктами Г и Д обнаружен новый дзот. Точные координаты сообщу дополнительно. Ромашка, Ромашка, ну что там у вас? Задержка! Разведка не вернулась! Иду сам! Одну минутку, товарищ капитан! Абдурахманов. Ну что, что с тобой говорили? Ну что, что? Ну не видишь раньше. Глаза. Глаза не вижу. Глаза. А ты открой глаза, открой. Ну ты посмотри, вот я, матрос. Видишь меня? Нет, не вижу глаза. Больно. Да ты вытри ему глаза-то, вытри. Ну теперь видишь, а? Нет, не очень хорошо. Подожди. Вот теперь видишь. Вижу, вижу. Скворцу, дядя Ваня. Саша, Саша, гранаты дай. Дзот, я взорву эту сволочь. Покажи, где дзот. Зачем показать? Гранаты дай, я взорву. Покажи, говорят, где он? Вон тут, очень маленькая горка. Ну? Вон, видишь? Где? 200 метров. Оттуда все поле видно. Понимаешь, вторую гранату потерял, оторвался. Ты можешь идти? Очень могу, дай гранату. Беги к капитану. Назад не пойду. Я приказываю. Мне приказывать нельзя, я в голову раню, мне надо лечить, я назад не пойду. Я прошу тебя, беги, доложи капитану, покажи им на карте, где дзот. Они накроют его огнем. Иди. Есть, иди. Разрешите вернуться к своим товарищам, товарищ капитан. Нет. Я Радуга. Есть, сверяю время. 6:11. Точно. Матросов правильно поступил, что убрал вас. Настроение товарищей перед боем надо беречь. Разрешите искупить свою вину, товарищ капитан. Не надо красивых слов. Отправляйтесь в траншею. Есть. Рощу. Есть. Роща! Thank you.
пунктом КЭД! Зод открыл фланкирующий огонь! Командир 57-миллиметрового орудия явился по вашему приказанию, товарищ капитан. А голос-то какой? Так ведь командую, товарищ капитан. Командуешь? А зод не смог уничтожить. Так ведь, товарищ капитан... Ну-ка, смотри. Короче. Видишь? Нет. Зод, говорю, видишь? Никак нет. Да ты что, вместе с голосом голову, что ли, потерял? Я говорю, с огневой позиции его не видать, товарищ капитан. А, значит, выкатить орудие и бить прямой наводкой. Ясно. Действуйте. Есть. Реку. Я говорю, танки прорвались, а нас отсекли. Огонь! Тут у вас. Виноват склад к местности, товарищ капитан. Тут пушкой не возьмешь. Проверь 004! Огонь! Виноват 002! Виноват 002! Понимает, что делает? Огонь! Как уничтожить зод? Кто? Я пойду. Я должен, товарищ капитан. Разрешите. Идите, Петров. Есть. Петров. Огонь! Идите. Есть. Только смотрите. Огонь! Огонь! Если зонт не взорвут, 15 минут и атака. Хорошо. Я подниму людей. Впереди пойдут коммунисты. Хорошо. Товарищ капитан, телефон. Товарищ капитан. Иду. Есть. Ну, дай руку. Огонь! Валюшка, снова товарищ пятый. Есть. Есть передать! Есть немедленно позвонить! Товарищ капитан! Товарищ 14-й прибыл! Полковник. Слушаю, товарищ пятый. Есть, докладываю. Артподготовкой, авиацией. Оборона противника подавлена. Вслед за танками поднял роту в наступлении. Но атака захлебнулась под сильным огнем неожиданного дзота. Обойти дзот не позволяют условия местности. Нет? Отлеживаться не собираюсь, товарищ пятый. Принял меры. Понимаю. Через 10 минут поведу в атаку. Есть. Березкин, встань-ка, дорогой, там. И никого не пускай. 2 минуты. 3 минуты. Есть. Перевязывайте. Раненый. Перевязывайте как можно скорее. Вас надо немедленно в госпиталь. Потеряли очень много крови. Хорошо, я пойду в госпиталь. Но потом, после атаки. У вас тяжелое ранение. Я обязана сообщить. Никому ни слова. И я не прошу вас, я приказываю. Есть. Щербина? Да. Что, Петров, Федорчук? Что о них слышно? Ты думаешь? Тогда подождем еще 3 минуты и начинай. Березкин. Я? У меня в планшете адрес жены. В случае чего напишешь? Что вы, товарищ капитан? Щербина. В атаку! В атаку! В атаку! Явились по вашему приказанию, товарищ капитан. Подойдите поближе. Вы понимаете, зачем я вас вызвал?
Понимаем, товарищ капитан. Я знал, что вы поймете. Я приказываю вам, матросов и скворцов, берегите себя. Не стесняйтесь, кланяйтесь каждой встречной пулей. Бог с ней, кланяйтесь, но живите. Помните о своих товарищах и доберитесь, доберитесь к Дзоту. Решите выполнять, товарищ капитан. Подождите. Вы знаете, вся наша сторона перешла в наступление. Весь наш фронт, все дивизии и полки, все наши соседи справа и слева, все двинулись вперед. И только мы стоим на месте. А это значит, бежим назад. Сейчас мы самые последние на нашем фронте. Все. А теперь идите. Есть. Матросов, я тебя дождусь. Только скорее, друг, возвращайся с победой. Есть! Куда ты, Саша? Маша, увидишь Костю или на? Скажи, два родных человека есть у меня на всем свете. Это он мой друг и ты, Маша. Лиду мою не забывайте. Кость, ты тут? Тут, здоров. Здоров. Сашка. Пошел на Дзот. Пошел, тоже пошел. Опоздал мне с ними. Саша. А? Сколько мы с тобой вот так по земле нашей прошли? Много. Каждый кустик, каждую тропинку теперь знаю. А? Смотри, снег тает. Весна скоро. Вот ползем мы с тобой под пулями. А враги нас боятся. Знаешь почему? Душа наша в полный рост на них идет. Верно. Знаешь, о чем я сейчас думаю? О чем, Миша? Миша? Ты что? Вместе сделаем. Ничего, ничего, ничего. Потерпи, потерпи. Неужели все погибли? Не может того быть, товарищ капитан. Там Скворцов, там матрос. Разреши, товарищ капитан, я пойду. Поздно. Через 6 минут атака. Thank you.
23 февраля 1943 года гвардии рядовой 254-го гвардейского стрелкового полка 56-й гвардейской стрелковой дивизии Александр Матвеевич Матросов в решающую минуту боя с немецко-фашистскими захватчиками за деревню Чернушки, прорвавшись к вражескому дзоту, закрыл своим телом амбразуру, пожертвовал собой и тем обеспечил успех наступающего подразделения. Великий подвиг товарища Матросова должен служить примером воинской доблести и героизма для всех воинов Красной Армии. Для увековечения памяти героя Советского Союза гвардии рядового Александра Матвеевича Матросова 254-му гвардейскому стрелковому полку 56-й гвардейской стрелковой дивизии присвоить наименование 254-й гвардейской стрелковый полк имени Александра Матросова. Героя Советского Союза гвардии рядового Александра Матвеевича Матросова зачислить навечно в списки первой роты 254-го гвардейского полка имени Александра Матросова. Встает под полковое знамя, навсегда в народном сердце жив, рядовой, что грудью лег на пламя, родину собою заслонив.